В 2020 году сочинские волонтеры блока «Серебряный возраст» стали победителями всероссийского грантового конкурса и получили право носить статус «Региональный центр серебряного волонтерства «Молоды душой». Этой осенью у них появился свой дом, где они смогут не только проводить встречи и обучаться новому, но и тесно взаимодействовать с молодежью. По поручению главы города Алексея Сергеевича Капайгородского сегодня уже открыто новый центр работы по волонтерскому движению «Серебряные волонтеры». Я думаю, что совместный такой большой центр и большая работа волонтерства, студенчества и серебряного волонтерства будет на благо нашего города. Организация «Серебряный возраст» в Сочи начала свою деятельность 11 лет назад. За это время добровольцы приняли участие более чем в 1000 мероприятий различной направленности. Сейчас число волонтеров достигло 467 человек. И такая активная общественная работа приносит свои плоды. Теперь в Доме молодежи для добровольцев организованы регулярные образовательные и спортивные занятия. Среди наших волонтеров есть много профессиональных, даже не один профессиональный преподаватель и английского языка. Будем заниматься компьютерной грамотностью, интернетной грамотностью. Потом будем заниматься финансовой и юридической грамотностью. У нас опять есть свои преподаватели. И для своего здоровья у нас уже ведется йога. И теперь вот еще будем танцы и фитнес проводить. Управление молодежной политики администрации города, как член ассоциации волонтерских центров, уже долгие годы помогает в развитии добровольчества на курорте. А те, кто молодой душой, признаются, что открытие нового центра подарило им вдохновение и огромное желание еще больше делать и создавать на благо города. Дарья Дмитриева, Дмитрий Петри. Время новостей.